50 кейсов CS GO. Просто ой, прикиньте, плейт взять и закинуть. Я супер много денег потратил. Друзья, сколько стоит один такой кейс? 90 тысяч рублей. Ой-ой-ой, а что это у нас сегодня будет? Всем здорово, дорогие друзья! С вами я, Кирюха Варпач, Олег Кофе, Максим Фреш, Андрюха Энди Файт. И сегодня мы откроем 50 разных кейсов CS GO! Чё, кого, бро? Привет, дорогие друзья! Да, всем здорово, ребята, рад вас сегодня всех видеть. Вы знаете, когда зажигается вот эта штучка, это нужно, значит, ставить прямо сейчас лайк. В прошлый раз тоже были батареечки, Олег, просто она уже, ну, типа, она теперь так же ярко светит. Да, лайки прожимаем обязательно на канал, подписываемся, ребята. Так, интересно, что же сегодня выпадет? А я хочу поставить это на фон, чтобы у нас была... Нормально, работает. Кирюша, только ты говорил, он уже другой на фон не поставь случайно. Сколько, Кирюша, у нас сегодня кейсов? 50 разных кейсов. 50. Я сегодня заряжен просто на полную. Я хочу сегодня выбить USP, AVP и перчатки. Все, больше ничего не хочу. Это вы, конечно, зарядили так нехило, Кирюха. Вы запомнили, да, что я захотел? Это самое главное. Так, все, я надеюсь, ты лайк уже поставил и подписался. Так, все, мы погнали, да. Давай, погнали. Ребята демочку видят. Я все кручу. Давай, поехала жара. Поехала. Да, что там такое? Непонятно, да, что там такое? Дроп. Нахрен. К сожалению, это всего лишь негем. Давай. Перчатки. Ты заколдовываешь, Олег, да? На перчаточки заколдовываешь, чтобы все было. Давай, надо вот так. Алло, я предупреждаю, прямо сейчас нужны перчатки. Я хочу. Петушок, нормально. Ну, трековский петушок тоже неплохо. Серьезно, когда переключал, мне было звук. Серьезно? Вы не слышали? Мы слышали, как ты наглаживаешь. Не, у вас нормально было слышать? Да, но когда переключение было, как будто я хуй в рот заставляю. Нормально? Узнаю Максима с Андреем в связке. Когда они вдвоем, это просто адская смесь. Просто вот это вот. Андрей, подскажи, пожалуйста, откуда ты знаешь вот такие звуки? Вот подскажи, пожалуйста. А я ему когда по самой главной записываю. Ну так сразу и понятно. Так. Подожди, там что пролетело? То ли USP-шечка, то ли АВП-шечка пролетела. Понятно, хрень. Дорога это выпала нам. Роудблок или как она там выпадает. Давай. Я надеюсь. Даже если из этого кейса ничего не будет, будет из другого. О, осуждаю название. Даунтаун. Сегодня у нас реально интересная серия. Это за долгое время очень много открытия кейсов. Очень давно так много не было. Так, понятно. Давай вот просто между делом откроем сувенирный набор PGL Major Stockholm. Вот, да. Сколько стоит один такой? Очень много стоит. Просто давайте откроем. Просто. Давайте откроем. Вот это АВП стоит... 250. Где-то так, да. Если нам сегодня выпадет АВП, я охренею просто. Я охренею. Давай. Понятно, просто сувенирка выпала. Но вот еще один. Чисто между открытием. Давай. Хорошо. Вот эта штука может стоить очень дорого на самом деле. Давай посмотрим. Давай, смотри, продаем на торговой площадке. Давай посмотрим. Давай. Сколько? 30 рублей. Это я 30 рублей. Ладно, давай, продолжаем открывать рекойл кейсы. А чё, подожди, Андрей, Андрюх, 30 рублей, это что, не деньги, что ли, для тебя сегодня? На сегодняшний день доллар это уже не деньги, евро уже не деньги, а рубль, о! Если бы это было правдой. Давай. Я надеюсь, что-нибудь из перчаточек будет. О, неплохо. Неплохо. Подожди, мне реально, мне интересна цена. Сколько? How much? 824 рубля, между прочим. 800. А подожди. 824, нормально. Так, ребят, давайте. Вот сейчас следующий кейс мы открываем. Вот какой хотите. Вот чисто какой хотите. Какой давай хотите? Пятый кейс. Хорошо, пятый. Раз, пятый, два, три, четыре, пять. Пошла. И ключ.
А вот и оно. Давай первый, давай первый. Первый, смотри, давай. Вот просто связочка такая, связочка. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что-то Макс там орёт на это на фоне. Что ты там кричишь? Что ты там орёшь? Он не орёт, в данный момент он высирает. Что он там высирает? Понимаю, нормально. Давай, 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 давай. Что-нибудь, что-нибудь прикольное. Давай, пожалуйста, 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 пожалуйста. Манки эти сраные, как они меня бесят. Но это обезьяны. Это обезьяны, пацаны. Давай откроем турнирный набор. Давай вот мы сейчас откроем все Recoil Case и сразу же... Ой, неплохо. Нормально. Бля, буду, смотри. Вот посередине сувенирный набор откроем. Вот этот? Думаешь, там что-то выпадет? Вот этот? Да, давай. Давай. Давай, сейчас выпадет. Бля, вот, ну, чё, давай, вот что-то хочу. Вот хочу что-нибудь. Вот не синеву, не... Понятно. Ай-яй-яй. Максим, понятно. Показалось. Спасибо, спасибо, понятно. Ну нормально, понятно. Такое бывает. Давай, 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 давай. Стоит ли тратить нам еще кучу денег? Или же нам сейчас выпадут из последних кейсов перчатки, АВП, USP-шечка? Конечно надо, Кирюша, конечно надо. Да конечно надо, деньги-то не важно, конечно надо. Так-то, ну что, не надо, не надо. Это 36-я, это как она, мяу 36. Давай крафт, давай крафт. Мы делали крафт, с него ничего не падает. Такого. Там нету смысла делать вообще, на самом деле. Там, ой, калаш пролетел. Ну просто пролетел, да. Ну вы серьезно, что Олег ли? Олег отговаривает от крафта, потому что хочет тебе снять эту зависть. Нет, нет, нет. Там реально, не из чего крафт делать. Там ничего не выпадает. Береты, береты. Ну неплохо, но плохо на самом деле. Неплохо, но плохо. И я вот еще один набор оставлю. Оставлю на самый финал, оставлю. Так, давай. Давай, Габен, да. Вон расстался недавно же был, он потом еще раз. С кем он расстался? Он Райзу интервью давал, блядь. Вон, что сам посмотрите. Опять калаш пролетает! И сука, я опять пролетает. Опять нам выпадают эти обезьяны сраные. А давай, открывай, открывай, вам... давай, давай, пошла, 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 давай. Давай. Вообще ничего, прикинь. Вообще ничего. Пацаны, смотрите, у нас есть хромированный кейс, в котором может выпасть нож, либо остальное фигня. Скоростной зверь еще неплохо, да. И 5-7, все, остальное хрень. Есть темный кейс, где двойные тычковые ножи и USPS убийство подтверждено. Что мы будем открывать? Можем чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того, чуть-чуть того. Сколько, подожди, ты считал, сколько всего кейсов у нас? Вообще 50 будет. Давайте сейчас сувенирный набор. Один сувенирный набор. И один на финалочку оставим. Возможно, там нам выпадет АВП ССГ. Пошла нахрен. Хреново. Так, ребят, давайте решим, что мы купим. Какие? Хромированный или темный? Темный? Тычковый. Хорошо. 20 штук закупаем, получается, да? Бля, Петров не слышит. Хромированный. Макс, и потом купим хромированный. Так, сейчас мы покупаем и перемещаемся с вами сразу же к темному кейсу. Итак, я закупил кучу ключей от темного кейса. Погнали. Погнали, ребята. Погнали. Я уверен, у нас получится. Погнали. Давай. Вот это вот что-то, знаешь, вот вроде бы старые кейсы, но все равно выглядят они как будто... Ой, а что не докрутилось-то? А что не доехало-то? Что не доехало? Ну давай еще чуть-чуть. Давай грязюку. Давай грязюку мутить. Давай вот сейчас. Ножик. Конечно, нож. Так и выпал тебе ножик, конечно. Вот так вот просто. Я чувствую, где-то в кейсе точно есть. Чё, подожди, чё? Да он быстрее сейчас опять. Да подожди, Макс, говори, Макс. Кирилл, когда ты плей ДД пышь на кейс? Ни хрена нормально так деп-то был. Мне кажется, Габен и так каждый день может всех плейды покупать. Ему мой плейд вообще погоды не сделает. Вот вообще, просто прикиньте, плейд взять и закинуть. Твой медийный известный. Ну да, конечно, хорошо. Ну давай, ладно, смотри, вот сейчас прям открывай и резко закрывай, смотри. Закрывать? Да. И что там? И смотри, что выпало. Ну, пролистай наверх. А давай не будем смотреть. Ну ладно. А давай не будем. Давай 5 так откроем и не будем смотреть. Чисто 5 откроем и не будем смотреть. Чисто пятерочку. Это третий. Смотри, это четвертый. И смотри, это пятый. Смотри. О, нет, там говно. Подожди, и это пятый, давай. Все. Два фиолетовых выпало. Подожди, что почем? How much? Больше косаря. 800. Неплохо. Так, давай, хорошо, давай. Давай еще раз так сделаем. Раз. Давай. Два.
Типа я такой, помню, знаешь, так один раз рубиновый нож выбил. Типа мне плевать, типа мне пофигу. Так это три было, да. Типа я вот, знаешь, открываю, сижу, и типа мне плевать вообще. То есть Габен сидит такой, думает, ну ему плевать, типа я ему сейчас ножей насыплю. Прикинь, сейчас два ножа. Чисто два ножа. А ну-ка, нету ножа. Ну да, да, да. Что у нас осталось? Пять ключей, серьезно. Давай, раз. Давай, два. И блин, последний. Последние три. Давай, вот мне интересно. Давай три. Давай три. Чисто три. Давай, вот чисто три откроем вот так вот, как нужно. Как по-человечески. Ну, было бы калашик. Да. Ну, кстати, космический воитель выглядит неплохо. Это в стилистике по телевизору в GTA 5 идет подобный мультик, мне кажется. Ну, похоже. Да, про космонавтов. Да. Давай, еще два кейсика. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет, что может выпасть. Ну, хотелось бы ножи, конечно. Хотя, может быть, там ножи. Нам уже выпали, и мы об этом просто не знаем. Но мне интересно. Ну, мне интересно. Мне интересно. Давай. Непонятно. Давай. Может быть, в этом нож. Я в такие чудеса не верю. Ну, бывает, Андрей, бывает. Это CSGO, понимаешь? Это Габен. Понятно. И вот давай смотрим сейчас все. Блин. А у нас зато, знаете, что осталось? У нас остался сувенирный набор, в котором может выпасть АВП. Давай, открываем. Смотрим. 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 Ну, блин, ты же не рядом! Даже не рядом! Сколько стоит один такой кейс? 90 тысяч рублей. Чего? Пиздит. Не может быть такого. Ну, ладно, двадцатку. Не может быть такого. Нет. Да я хер знает, сколько он стоит. Я их покупал, как только они вышли. Они тогда дешево стоили. Я оставил их, открыл сейчас спустя полгода. Полгода, считай, прошло. Так, подожди, сколько у нас хромирован? Раз, два, три, четыре. А, подожди. Хромирован. А, ну мы можем пять как раз купить. Давайте, сейчас пять покупаю, и мы с вами их открываем. Итак, ребята, пять хромированных кейсов. Итого это будет полтинник за сегодня. 50 кейсов CS GO. Ну, кстати, статрековский. Давай, попозже посмотрим. Мы попозже посмотрим, сколько он стоит. Мы попозже посмотрим. Ладно, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там все пролетает и ничего не остается. Хорошо, давай посмотрим. Давай посмотрим, сколько. Хамать. Всем интересно бабки. Сколько стоит шмот? Сколько? Ох. Чего? За 14 косарей его продавали, а сейчас 321 стоит. Кто-то опрокинул рынок на них. Чисто, чисто кто-то лоха нашел, знаешь, так на рынке просто. За 15к чисто продал. Чисто до дурачка. Чисто до дурачка. Какие-то были какие-то крутые. Хрен знает, может быть, кто знает. Нет, понятно, хрень какая-то выпадает, давай. Ну, два кейса осталось, я потратил очень много денег вообще. Я супер много денег потратил. Да иди ты в жопу. Жопу просто. Да Гейб сраный, а. Пошел ты в сраку, сука. Давай. Давай. Олег богатый, что хочу сказать. А я теперь нищий. 36-я выпадает. Спасибо. Просто. И что нам сегодня выпадает? Просто какой-то ширпотреб непонятный. Типа, мы потратили эти PGL мажоры, на которых могла АВП выпасть за 250 косарей. И она не выпала. Ну. Такое бывает, ребята. Ну, может ребята. Быть, повезет такое в следующий бывает. Раз. Надеюсь, повезет. Мы сейчас переместились с тобой на сайт CS GO Fun. Только по секрету тебе скажу. У меня есть халявный промокод бонусный на 50 халявных центов, на который ты сможешь поиграть. И найдешь его по ссылочке в описании. Точнее, там будет прям промокод указан. Ты его можешь ввести. А также я даю тебе плюс 10% к пополнению твоего баланса. Ты просто заходишь, нажимаешь пополнить и нажимаешь здесь промокод и пишешь Warpatch. Это дает тебе 10% к твоему пополнению счета. Только никому не рассказывай. Приятного тебе просмотра. У нас есть балансик. Так, ребята, давайте. Ну-ка, собрались. Волна, давай. Посмотри, Кирюх, тебе повезло. Волна краше быстрее. Волна краше, реально волна. Ты не слушай, не голдай. Я нажал. Ставки закрыты, не успел, пацаны, не успел. Ничего страшного, Посмотрите, как много было крашей. Мы зашли прям вовремя. Паровозик тыр-тыр-тыр, да, Андрей? Кирюх, добавь еще скин за 23,90. Думаешь? 67 баксов. У меня мало останется. Блин, да мы
сольем сейчас. Давай, делаю ставочку играть. Давай. И забираешь, получается, на 120, ну, x2 получается. Не, я думаю, не дойдет. Не-не-не, Макс, не надо, Макс, страшно, страшно. Ай-яй-яй! Не-не-не-не-не, Макс, я не хочу страшно, страшно. Смотри, 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 смотри! Все красиво, все красиво сработало. Так, ладно, мы вывели, мы выиграли. Так, хорошо, давай вот так вот воткнем, только в следующий. Смотри, сейчас крашнется. Вашкнем. 1.20. 1.40. До полторы дойдет, до полторы точно дойдет. 1.50. 1.70. Выбирай. Да я не поставил. Давай, смотри, смотри. Сейчас мы как делаем? М-ку? Просто М-ку. Нет, вот ну, эту. Просто М-ку за полтинчик? Да. Давай, да, на сколько? Да. Ой, сейчас может резко упасть, пацаны. Ой, так, вот резко может упасть. Давай, да, 1.3. Да лучше давай, ровно. Нет, давай, да. забирай. Есть! Nice, блин, nice, кайф, nice, кайф, nice. кайф. Зато смотри, сука, двушки ну полетели. Да, а давай посмотрим колесо удачи. Давай колесо удачи воткнем. Давай вот с маленькой, начнем. 15 баксов чисто. Зеленая, синяя, фиолетовая или золотая, давайте. Мне кажется, зеленая. Зеленая? Давай, ставлю. Хотя давай, смотрим. Было. Андрюшенька, блядь, не подведи нахуй, давай. Фиолетовый, я не могу уже крутиться. Андрюша, давай, не ебашь. Андрюша, останавливай клювчиком до зелен... Блядь. Серьезно? А я сказал про фиолетовую. Ну, кстати, золотого не было. Поставьте золотое вообще редко. Подожди, ну по сути мы можем... Давай вот здесь вот цена 5 поставим. И вот так вот возьмем несколько по 5 баксов скинов. И просто будем на золотое ставить. Давай, ну типа... Так, вариант. Подожди, подожди, стой. Я же... Эй, подожди, я же взял скин... Где мои скины? Во, подтвердить. Во. Давай. На золотое... Вот так. Вот просто на золотое пятеру баксов, 6 даже баксов, почти 7 загрузили. Давай. Это мы сотку поднимем, получается. Давай. Ой, золотое. Смотри, как крутит. Было бы классно, было бы классно. Короче, смотри, надо ставить на 2 слота. Ну сейчас зеленое точно будет. Сейчас зеленое, мне кажется, будет. Можно на несколько слотов ставить? Золотое. Либо голубое. Я думаю, зеленое, пацаны. Смотрите, тут по сути давно не было зеленого, был паровозик из зеленого. Ну, золотое вот уже все пролетело. Зеленое. Ой, плюс 74 бакса, ёпта. Вот плюс 74. Вот а давай я вот это поменяю сейчас. Давай по 25 баксов. На фиолетовое X5. И 23 бакса вот так вот сделаем. Не успею. Да пофигу, не страшно. Я разменял, Максим. Просто я не могу большие ставки делать. Смысл в них. Типа, я если сделаю большую ставочку, типа, ну это будет так себе. 34. Давай, зеленое, фиолетовое. Фиолетовое. Быстрее. Фиолетовый. Успел? Да. 25 баксов. Я чуть с ножом не поставил вместе. $150 Вот нож я бы тоже, кстати, разделил. Блин, если сейчас X5 выпадет, это 40, будет просто прекрасно. 44, просто давай прекрасно. Вот так. Фиолетовый. О, вот так вот хорошо. Фиолетовый, мне кажется, синий выпадет. Бля. Че, зеленая, сука, ну, ладно. Зеленую никто даже я не я чуть-чуть разделил. Так, подожди, зеленая, синяя. Мне кажется, зеленая будет. Мне кажется, сейчас золотое может быть. Давай так. 0.8 баксов. Я вот единственное сейчас поставил на фиолетовое по одной простой причине. Объясню. Я поставил на фиолетовое, потому что никто сейчас не поставил на фиолетовое. Бля. Понятно. И это зеленое, да? Никто не поставил на фиолетовое, это как в прошлом раунде выпало зеленое. Золотое, оно уже очень близко. Золотое вообще не падает. Не будет золотого. Поставь. Ставки закрыты. Давай я разделю. Мне страшно ставить просто золотое. По 5 баксов давай. Вот так вот. Вот и тебе на. Вот так вот. Нет, золотое, это зеленое. На самом деле, типа, вот так ставят 8 центов на золотое, типа. На золотое надо ставить по $5, и все. Вот сейчас, думаю, паровоз может быть. И по 5 думаю, баксов. Хотя что-то похоже на паровоз. Похоже на паровоз. Деле, похоже, да. Но не уверен. Давай. Сука, нет, ну бля. Чуть-чуть, вот она вот чуть-чуть не дотянула. Андрюх, не мог чуть-чуть глазиком туда? Фиолетовое. Сколько? $50. Подожди, вот так сюда. Фиолетовое. Блин, давай. Поставь. Нормально. Я еще двадцаточку поставил. Ой, точнее, десяточку поставил на двадцаточку. На золотое. Давай. Может быть, золотое будет. Ну, кто знает, чем кто-то черт. Да, блядь, да как это работает, а? Мне кажется, сейчас будет, знаешь что, фиолетовое, розовое, фиолетовое. Думаешь? Фиолетовое. Успел. Ну, на всякий случай, чисто. $5, да, чтобы чисто вот сказать, знаешь, главное дайку. Не заигрываться, и вот главное с нулем-то отсюда, с голой жопы не выйти. Да, да вы серьезно. Да, нет, смотри, смотри. Опять ставь.
ставлю на фиолетовое. И сюда я сейчас загружаю $5 еще. Давай. Вот сейчас точно. Либо та, либо фиолетовая, либо золотая. 100% выигрыш. Кирилл, 100%. Ну, смотри. 100%. 100%. 100%. Да вы гоните! Да, смотри, что, Кирилл, это, да, а? Да, Максим. All in фиолетовая. Была, не была. Рискую, раскидывай озорную. Давай. Давай, вот так. И озорную на двадцаточку. Пошла. Давай. Ой, я десятку поставил даже. Десятку поставил. Это all in. Это all in. Это очень золотая ставка. Очень. Ну и куда нахрен? А у нас еще есть. У нас еще есть $11. У нас есть $11. Смотри, можем. Мы чисто можем так по мелочи чисто. Вот можешь, я не знаю, может, мы вывезем. Может, вывезем, не вывезем. Мы будем верить. Будем верить до конца. А куда? Подожди, куда? А куда? Съебали скины. Куда? Мне кажется, у тебя доллар оставался. Может быть, да, я, может быть, не обновил. Вот давай чисто доллар загрузим на 20. Ну все, это уже весь баланс, который я сюда загрузил скинами, я просто загружаю, конечно же, сюда. Давай, смотрим. Была, не была. Чисто была, смотрим. Не была, вот чисто смотрим, ребят. А вы прямо сейчас воткните лайк, давай. Давай, давай. Вот, сука, надо не заигрываться. Золотое, вот это факт, надо не заигрываться. Золотое, ну, конечно же, золотое не выпадает у нас, ребят. Ну, такое бывает, что могу сказать. Не везет, не везет. Ну, может быть, в следующий раз, конечно же, повезет. Не повезло в Бурмалде, повезет в любви. Обязательно ставим лайк, подписываемся на канал, используем мой промокод, который вы найдете по ссылочке в описании. Всем огромное спасибо. С вами были Варпач, Кофе, Эндифай и Максим Фреш. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Пока-пока. Пока-пока.